Айдар, Айбек, вы халайсындар, ассаламу алейкум, 11 Б. Халайсын, брат, сколько лет, сколько зим. Пойдемте домой, сейчас мы как раз етасамыз, айель майтам, как етасад. Отлично. Блин, классно, классно. Че, чем занимаетесь? Братан, я же в Фимполе работаю. В Фимполе работаю? Да, да. Молодец какой, слушай. Айдар, а ты кем заработаешь? Да, в Нур-Отане же. В Нур-Отане? Блин, какой молодец, а. Подожди, подожди, этот Фимпол сейчас не существует же. Ну, брат, я там остался. Остался? Айдар, а Нур-Отан сейчас в Аманате работаешь? Не, я в Нур-Отане работаю. Получается, ты не перешел, да? Нет, нет. Ясно. Получается, вы безработные, да? Ничего не решаете, да? Нет. А, кстати, она, что насчет ЕТ ты говорил? ЕТ там, она... Давай, братан. ЕТ по Ванда сейчас не получается, брат. Там сейчас более важные гости должны прийти. И тем более, 11-й бы я же не заканчивал, я же сразу в колледж перешел. После 9-го перешел, помнишь? А что насчет 11-й Б сила, Депанал? Ну что, я как раз в колледж перешел. Гости, вы есть хотите? Хотим! Так хули домой не идете? Санжар, привет! Как Ой, дела? Здравствуйте, Саша. Хорошо выглядишь? Спасибо. У вас прям такое хорошее настроение, Саша Оскаровна. Свидание, походу, было вчера, да? Ну да, сходила вчера я. Поужинали. Он мой номер взял и сказал на связи. Вот жду сейчас. Так он же не позвонит, Савля Аскаровна. Как? Как? Слова «на связи», «береги себя», «хабарласам злой», «еще увидимся». Это же все слова, которые означают «нет». Че, серьезно? Конечно, Савля Аскаровна, я сам всегда так делал. Он не позвонит, все, пиши пропало. Знаешь что, тупой у тебя свитер? Кстати, свитер демишу, Савля Аскаровна. Чего там по моей зарплате, рассказали, решим? Что-то 3 месяца не получаю. На связи, Санжар. В смысле на связи? Береги себя, хабарласамыз. Что здесь непонятного? Не позволит. Я тогда ничего не буду кушать, наверное. Ай, бля! Ай, я б твою мать, трендай! Молодой человек, а что так все подорожало? Так сахар же подорожал. Ассалам алейкум. Брат, а чё так такси подорожало? А сейчас же это, сахар подорожал. А чё так мебель подорожала? Только не говорите сахар. Да, молодой человек, сахар. Серьезно? Здравствуйте, работаете? Работаем. Чё, можно всех посмотреть? Да. А чё, почём? На 20% подорожали. Серьезно? Тоже сахар? И эта однокомнатная квартира так стоит? А чё так подорожало, капец? Капец, цены за квадрат взлетели, а? Слушай, брат, ты здесь работаешь, да? Что за цены на квартиру? Вы чё, сахар в монолит и в стяжку кладёте, что ли? Да-да, стяжки. Капец, чё за компания вообще? Не компания у нас, мы наёмщики. Продаёшь? Да, продаю. Сколько? Окончательно 9 миллионов. А чё такие цены? Салонда көрдің ба? Камри 30 миллион тұрат. 7 миллионов 500 есть? Отдай. Откуда сам будешь? Атырауды кім? Ронгым. Ширкеш. Серьезно? Эй, Ширкеш на кайсын? Сақал? Жауғашты? Жауғашты? Ой, я даже спрашивать дальше не буду. Эй, ты знаешь, что твой прадед и мой прадед вместе на одной лошади ездили в соседний аул, хлеб делили, в одной юрте жили, ты чё? И ты мне говоришь за какие-то 1.5 миллиона? Ты же брат мой, ты чё? Конечно. Я 1 миллион жаром дым болмайды арамызда, брат. Конечно. Сау. Ой, красавчик, о, молодец, красавчик, брат. Братан, Камри продаешь? Да, продаю. Сколько окончательно? 13. Рунгом? Я кореец. Ладно тогда. Блин, нет. Нету? Да, тоже нет. Нету. Фух, нету. А, блин, нигде нету. Да ты достал уже, чего нету? Денег нет. Кого? У меня. Ой, бля, он да, давай, начали, начали. Все, поехал, покатило. Так, отлично, вот, вот, вот. Блин, давай команду я поменяю. Все, все, готов, я готов. Сажал, да? Давай. Все, кетик, поехал. Да нет, что-то этот джойстик тупит, блин. Оператор, джойстик поменяйте.
Вот все теперь. Давай, давай. Оператор, угли поменяйте, а? А блин, здесь что-то неудобно, видишь? Оператор, кресло поменяйте, а? Ё-моё, блин, достал ты меня уже. Оператор, соперника поменяйте мне. Что такое? А? Вот все, разогнали. Давай. Оператор, меня поменяйте уже. Let's go! Наконец-то! Оказывается, себя надо поменять. Межик, давай моей Гульке найдем парня. Ей уже 40 лет почти что. Замуж надо выдавать. Ну давай, у тебя давай. Же много друзей же. Да, давай с Хайрике познакомим. Хайрик? Да. Это который курит постоянно? Хочешь, он постоянно что попало курит? Ну давай с Ильясом познакомлю. Ильяс, это который в сауне постоянно торчит. Хочешь, хроническая грязь какая-то у него? Да, давай тогда с Жасиком познакомлю. Жасик, который пузо такое огромное. Да, ой, да, твоя Айгуля, ты уже не цветочек. Ей уже 40 лет, что она ходит? Вот мы в клубе видели, она на барную стойку залезла, юбку сняла, в трусах танцевала. Тоже мне. Миржан, вообще-то у нее просто вот от этого состояния была депрессия. Она пыталась выйти из нее. Девчонки вот так вот расслабляют. Ну ты позвони и спроси, у нее есть какие-нибудь, может, она хочет кого-то другого, там, параметры. Давай найдем. Айгулька, привет. Вообще, каких парней тебе нравятся? А, ага, давай. Что говорит? Она говорит, Криштиану Роналдо. О, а там бас Криштиану Роналдо. Ты что случилось? Успокойся, сядь сюда. Ты что суетишься? Блин, ты ела. Ты что, блин, ничего не видишь, что ли? Не читаешь? Блин, капец, все, блин, сейчас санкции, мансы, блин, все дорожает, блин. Доллар вчера стоил 400 тенге, сейчас уже 500 чем-то, блин. Капец, мы, блин, на банку скоро сядем, блин. Ты видел, вот эти сейчас миллиардеры, капец, душат? Яблоки вчера стоили 300 тенге, сейчас 650 тенге стоят. Куда катимся, блин, куда делать, что делать? Ты-то что переживаешь, у тебя все равно денег нет. А, да, точно, блин. Капец, блин, ес. Да я от жизни все, брат, что-то. Да, точно. Нормально все. Я капец успокоил, да. Да, Зал, ты что такое грустный? Он что, грустный? У него денег есть, я думаю. Да, я лежаю, подружный. Ты сколько подарить думаешь? Ну, не знаю, а они сколько дарили? Блин, не помню я. Просто он конверт положил, а там таких конвертов неподписанных много было. Кто-то 5000 подарил, кто-то 20. Может, пятеру и не буду подписывать? Да нет, 5000 вообще мало, кажется. Хотя да, давай 20000 положу. Ручку подай, лучше подпишу сразу, да? Ну, здравствуй, юный друг. О, саумай. Это ты машину продаешь? Че, машинка интересуется, бе? Какой интересный диалект. Да. Короче, машина атом был сам барго. Тут аян госпирим. Аях, аях. Интересно, чем это связано с машиной? Братан, мотор орго, тащи полту, тащи каем. Тащ, тащ, тащ. Кажется, про тачку говорит. Ну это понятно. Угу. Машина хорошая, да, в общем? Я, братан, на каптал орго, сам полировку рассадтым бы. Каптал, да, каптал, да. Кажется, что-то коптит. Походу, глушак. Наверное, надо попросить скидку. Скидку сделаешь, брат? У машины кайда скидка, жанр-то машин скидку, а сама конкретно. Окончательно сколько? Братан, 2.5 миллиона. Вот уж шлепок. Деньги почувствовал и ответ сразу ясный. Все понимает, зараза. Но ничего, ничего, сейчас я тебе на переоформление облапу. Ну поехали. Хорошо, договорились. Да, папа, что случилось? Бала, мне плохо. Что случилось? Бери, приезжай быстрее, потом поедешь обратно. Ту, папа, единственный раз в жизни решили с Айгулей выйти. Хотел ей устроить праздник на 8 марта. Я же с вами оставил же ваших внуков же, своих сестер. Я хочу попрощаться, последний раз увидеть вас. Айгуль, не раздевайся, пойдем, поехали домой. Апа, зачем вы так делаете? Пусть они посидят, отдохнут. Ваш Аташка меня в ресторан не приглашал. Никогда в жизни. Обойдутся. Ай-яй-яй. Да, братан, ничего не переживай, нормально все решим эти моменты, конечно. Там просто пацаны, видишь, не вовремя подъехали. Да вообще, да, не думай об этом, я думаю, решим, конечно. Все будет хорошо. Ой, этот, братан, сейчас побудь на линии, сейчас тут девушка моя звонит. Да, милая. Да ничего, нормально, как твои дела?